Цивилизация арков достигла невероятных технологических высот. Но ни возможности телепортации, ни вечные двигатели, ни мудрая демократия не уберегли планету от катастроф. Почему? Те немногие, кто остался в живых, долгие годы скитались по просторам галактики в поисках Земли обетованной. Проверки враждебности. Приступить! Понял. Что происходит? Атака клонов? Капитан! Уходите! Я их задержу! Капитан приказал вернуться в корабль и задраить люки. Не беспокойтесь, все в порядке. Вступаю в контакт. Отпусти доктора! Это опасно. Зайдите в корабль, задрайте люки.
Всем, кто меня слышит, не подходите к растениям, это опасно. Зайдите в корабль, задрайте люки. Доктор, капитан Тибус в опасности. Не беспокойтесь, все будет в порядке. Планета сделает нас счастливыми! Не верю! Капитан, давайте договоримся! Чего вы хотите сейчас больше всего? Убраться отсюда поскорее. Капитан Тибус, почему не выходите на связь? Говорит центр. Вызываю капитана Тибуса. Прием, прием. Говорит центр. Капитан, куда вы пропали? Три спасательных экспедиции искали эту вашу планету. Они ничего не нашли. Где вы? Говорит капитан Тибус. Следую на базу. Потери личного состава 80%. Планета непригодна для жизни. Конец связи.